Хочу поздравить огромный коллектив, многомиллионный наших студентов российских, особенно первокурсников с 1 сентября. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто организовал приемную кампанию и сделал это блестяще. Это большое количество сотрудников наших российских вузов. И, конечно же, поздравить педагогов, ветеранов, профессоров, доцентов, академиков, всех, кто задействован в учебном процессе, всех, кто передает свои знания и опыт, кто работает со студентами. Я очень хотел бы, чтобы этот новый учебный год был таким традиционным, и у нас наконец-то закончились эти испытания.